Детское радио. Детское радио. Радио. Сегодня 1 июня, День защиты детей. И этот праздник Детское радио вместе со своими слушателями решило отпраздновать здесь, на ВТБ-арене, где проходит австралийское шоу аниматронных динозавров. Привет, ты разбираешься в динозаврах? Чуть-чуть. Да. Птеранодон и птеранозавр. Птеранозавр Рекс. Этот, как он там? Птеранодон. Диплодога знаю. Еще птеранодактиля знаю. Трицератопса. Анкилозавра. Трицератопса. Тихонозавр. Анкилозавр. Тихонозавр. Птеранодоны, они летают, а птеранозавры, они большие, самые большие, они на земле ходят. Что, птеранодон летает, а тиранозавр нет? Диплодок, он травоядный, а тиранозавр, он хищник. Потому что диплодок выше сепротога. Я скажу вам одно, это хищный динозавр, это полное зло. Американский, он будто ищет останки наших предков, которые жили на нашей планете, но не знали, что такое электричество. Ну, это вообще-то актер, американский актер. Это ученый. Палеонтолог. Ну да. Это человек, который снимается в американских фильмах. Привет, привет. В древние времена не было людей, были одни динозавры. Были. Картошка не росла. Не было предела, потому что мы весь Новый год звонили, не удавалось дозвониться, и тут звонок. Здравствуйте. Когда поехали на Кирилловский дом, я смог дозвониться до детского радио.